Канат охотцем быть не каждому дано. За веком век всегда опасен этот путь. Не отступить, назад ни шагу не свернуть. За веком век всегда опасен. На манеже канатоходцы Тошкин Бойбы. Когда-то этим номером руководил Тошкин Бой Отто. Потом его сын Обычонеке, а сейчас руководителем номера узбекские канатоходцы Тошкенбоевы стал сын Обычонеке Олем Тошкенбоев, заслуженный артист Узбекистана, лауреат премии Ленинского комсомола республики. Канатоходцы Тошкенбоевы — единственные в мире исполнители этого сложнейшего трюка. Узбек дарбаздары. Бу сиз көрүп турган үч кабатлы трюк жаһанда ягана болуп, уну фақат Тошкенбоевлар гана ижро этти.